В минувшие выходные огнеборцам снова было не до отдыха. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в воскресенье днем. ЧП произошло в одном из частных домов по улице Лесной. Огнеборцы боролись со стихией больше часа, их работу усложнял сильный ветер. Пламя уничтожило крышу и стены дома. Общая площадь возгорания превысила 100 квадратных метров. При плотной застройке частного сектора удалось избежать перехода пламени на другие дома. Жертв и пострадавших нет, причины ЧС пока устанавливают. Всего с начала года в Петропавловске произошло 202 пожара, ущерб от них превысил 35 миллионов тенге, в огне погибли 5 человек, еще 11 получили ожоги различной степени тяжести.